Ну, крайними там стояли советские бомбардировщики Су-24. А сегодня вот такая замечательная пилотажная группа, вот эти пчелки. Пчелки с интернациональными экипажами. Пилотажная группа Baltic Beast, балтийские пчелы. Да, ведут радиообмен на русском языке. Это наши большие друзья, это ваши любимцы в небе. Под ваши аплодисменты Артем Солодуха сейчас дал команду перестроения. Пилотажный порядок «Звезда» и готовится выполнить очередную фигуру в этом небе. Переворот на горке и далее перестроение в дельту. Все это на ваших глазах. Будет очень сложно, поэтому не забудьте аплодировать. За скорости 600-700 км в час выполнен с перегрузкой до 5 единиц эту фигуру. Вот сейчас разгоняет скорость ключины дымы справа от вас. Шестерка L-39 балтийских пчел. Переворот на горке. С перестроением в пилотажный порядок дельта шести самолетов L-39. Ведомые докладывают, что вновь в дельте. Вот вы все видите. Все на месте, отличный строй. Дым только подчеркивает красоту пилотирования в этом солнечном августовском небе подмосковного города Жуковский. Внимание, форсированный вираж влево с переменной перегрузкой. Высота 200 метров, плотный строй 6 самолетов L-39. Программа демонстрационного выступления группы включает в себя практически неповторяющиеся фигуры пилотажа, выполняемые в плотном строю в составе 6 самолетов. Пилоты группы постоянно работают над совершенствованием своей программы, стремясь внести в нее новые какие-то элементы, детали, сочетания, отрабатывая свой небесный почерк. Включены фары, дымы, пилотажная группа Baltic Beast. Посмотрите, вот такая красота. Дымы здесь у нас снизу, и вот такая линейка сверху. Инверсионный след от какого-то гражданского самолета. Он нам, наверное, немножко решил подыграть. Балтийские пчелы в небе! Да, такой неофициальный 7-й участник группы. Вместе с группой решил выполнить пилотаж, в котором, я имею в виду, в этом самолете, в большом пассажирском, пассажиры даже не догадываются о том, что сейчас происходит здесь, в Жуковском, что здесь происходит Макс. Знали бы, наверное, не полетели, а приехали сюда. Внимание направо, Baltic Beast. Кстати говоря, жители многих стран Европы и Азии, таких как Чехии, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Финляндии, Эстонии и так далее, можно продолжать очень долго, могут наблюдать и восхищаться красотой этой пилотажной группы. Ребята регулярно находятся в выступлениях по всему миру. И, внимание, горизонтальная бочка для вас. Такая вот размашистая. Задрали носики, задержали и пошли. Обратите внимание на плотный строй. Да, дорогие друзья, оцените, как ребята держат строй. Это самое настоящее искусство. Ну а программа группы подобрана таким образом, что используются практически максимальные аэродинамические возможности самолета L-39. Тем более, всегда учитывайте, что в составе группы 6 самолетов. Это, конечно, не Су-27, не Су-30СМ, которые только что рвали это небо в клочья. Это спокойные, тихие пчелки L-39, не настолько тяговооруженные, не сверхзвуковые, не обладающие режимом форсажа. И тем не менее, как красиво и грациозно они способны выполнять свой пилотаж на радость зрителям. Да, тем не менее, Олег, это считает.